Доброе утро, меня зовут Дмитрий Военков. На этой неделе мы рассказываем про отделку стен при помощи декоративной штукатурки. И сегодня подробнее про материал под названием «Рафаэлло Декор Стукко». Это паропроницаемое покрытие на основе гашеной извести. Идеально подходит для воспроизведения древнего метода отделки под мрамор. Такой стиль работы шпателем применялся мастерами-декораторами еще в 17 веке. Материал гарантирует максимальную дышащую способность и способствует естественному распределению влажности через штукатурку и кладку, предотвращая образование плесени и бактерий. Рафаэлло Декор Стукко идеально подходит для классических интерьеров. Такое покрытие называют венецианской штукатуркой. Лучше всего его использовать для стен, отделанных панелями, арок и колонн. Сегодня мастера-декораторы при помощи Рафаэлло Декор Стукко могут создавать не только неповторимые текстуры мрамора, но и уникальные оригинальные декоры. В таком исполнении этот материал отлично подойдет и для современного интерьера в стиле лофт или хай-тек. Рафаэлло Декор Стукко изначально создавался как материал, имитирующий технику древних мастеров. Но сегодня он получил новую интерпретацию, поэтому подходит и в современную стилистику.